Группа депутатов обратилась к спикеру парламента с просьбой вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия правительству. Обращение подписали 14 депутатов. Ситуацию прокомментировал председатель парламента Алан Таттаев. По его мнению, достаточных оснований для вынесения вотума недоверия правительству подписавшие обращение депутаты не выдвинули. 20 числа в пятницу в конце рабочего дня я получил бумагу, где четко написано, руководствуясь пунктом 16 статьи 61 и пунктом 20 статьи 76 Конституции Республики Южная Осетия, вносим на рассмотрение парламента Республики Южная Осетия вопрос о выражении недоверия правительству Республики Южная Осетия. Депутаты парламента Республики Южная Осетия и 14 фамилий и 14 подписей. В данном заявлении, если можно это так назвать, причина вынесения вотума недоверия, она не прописана. На прежней сессии перед данным заявлением некоторыми депутатами было озвучено то, что по их запросу правительство и министерство не предоставляют акты проверки казначейства Российской Федерации, и в этом плане они хотят вынести вотум недоверия правительству Республики Южная Осетия. Главной причиной вынесения вотума недоверия правительству депутаты называют то, что министерства не предоставили информацию по результатам российской финансовой проверки. Еще одна причина – запоздалый отчет председателя правительства перед парламентом. Алан Таттаев объяснил причины запоздалого отчета премьер-министра. Правительство не отчиталось в плане того, что мы свидетели тому, что полгода правительство было не утверждено. И сделать какой-то полугодовой отчет, я думаю, нецелесообразно. По словам Алана Таттаева, парламент правомочен рассмотреть данное обращение. Вопрос о вотуме недоверия правительству будет вынесено на сессию парламента. Конечно же, сессия правомочна рассмотреть данный вопрос. Тем более у нас есть ряд важных вопросов, которые мы должны вынести на сессию. В том числе этот вопрос будет вынесен на сессию парламента. Второй вопрос, как проголосует депутатский корпус за данное на данную инициативу. Это уже будет обсуждаться, конечно же, и на фракциях, и на комитетах. И после этого вопрос будет вынесен на сессию и будет решаться уже на сессии парламента. Стелла Бязарова, Азамат Кудзи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.